И последнее. Федерация масс-рестлинга Якутии празднует 20-летие. В связи с этим, наряду с ежегодным кубком организации, в декабре планируется ряд юбилейных мероприятий. Об этом сегодня сообщили на брифинге в Республиканском медиа-центре. В нем участвовало руководство не только региональной, но также Всероссийской и Международной федерации. Масс-рестлинг становится все более популярным. Многочисленные соревнования по этому виду спорта – одно из главных подтверждений. Перетягивание палки признается во всем мире. На сегодня в Международную федерацию входят 33 страны. Из-за того, что есть старты как бы более значимые, да, сейчас уже, то есть не только чемпионат России, еще и чемпионат Европы, еще и чемпионат мира даже, то на турнирах группы А, например, по республике основные лидеры уже не участвуют.